Сегодня я хочу вам показать простую процедуру регистрации в нашем проекте, который называется BitRange. Этот проект мы его называем социальным по одной простой причине, что здесь зарабатывают все. То есть и активные, и неактивные. Поподробнее вы можете узнать об этом на наших вебинарах. Ссылочка будет внизу. Всегда одна и та же ссылка на вебинарную комнату. Итак, чтобы пройти регистрацию в нашем проекте, она довольно простая, но есть некоторые нюансы, о которых нужно знать. Вы попадаете по ссылке своего пригласителя на главную страницу, нажимаете кнопочку «Регистрация» и вас бросает на такую формочку. Здесь вы видите главное, компания, маркетинг, вопросы на ответы, вы можете сюда везде посмотреть и контакты. Вы здесь можете написать письмо, которое попадет в администрацию и, соответственно, получить на него ответ. Итак, пишите свой логин на латинице, пароль, повторяете пароль, e-mail пишите и кошелек NixMoney. Обратите внимание, не адрес кошелька биткоин, а счет биткоин. Почему? Потому что в нашем проекте именно счет указывается, не адрес кошелька. Будьте внимательны. Пишите свое имя на русском, фамилию на русском, телефон плюс 7 и код страны, если он, значит, есть, естественно. Пишите свой скайп и логин спонсора. Обратите, пожалуйста, внимание, логин спонсора обязательно проверяйте. Почему? Потому что после того, как вы зарегистрируетесь и активируете место в системе, поменять, к сожалению, ничего уже нельзя будет. Поэтому еще раз вас призываю к внимательности, потому что идет начисление из 8 линий вверх, соответственно, все на автомате работает. Поправить нельзя. Еще раз повторяю. Далее вы вводите код и нажимаете на кнопочку «Регистрация». Зарегистрироваться. Только не забудьте, я принимаю пользовательское соглашение, поставить сюда обязательно галочку. Я этого делать не буду, регистрироваться, поскольку я уже регистрацию прошла, естественно, являюсь уже партнером нашей компании, где мы все очень даже достойно зарабатываем и не один раз в день. Итак, вас сразу перебрасывает на профиль, в свой кабинет вы попадаете, логин, e-mail, проверяем все внимательно, кошелек, дальше идет скайп, телефон и ваше имя и фамилия. Соответственно, вы получаете ссылку реферальную и можете уже не воспользоваться. То, что у нас прописано белым, вот здесь на белых окошечках, можно изменить. То есть вы меняете, потом нажимаете кнопочку «Применить», и у вас все меняется. А почту и кошелек можно поменять только в том случае, когда, если есть в этом нужда, конечно, обратиться уже к администрации, потому что меняется это только по вашей личной просьбе. Итак, изменить пароль совершенно можно спокойно. Нажав на кнопочку «Изменить пароль», вы попадаете в такую простую форму, старый пароль указываете, потом новый и повторяете пароль и нажимаете кнопочку «Применить». Соответственно, вы попадаете, у вас уже поменялся пароль. Итак, дальше давайте немножечко посмотрим, что же у нас тут функционал какой. Мы все очень любим наш финансовый блог, потому что он отражает все наши начисления. Как видите, здесь есть зарезервированные средства. Это говорит о том, что здесь все работает на автомате. Система резервирует для нас средства. Для чего? Когда у нас идет закольцовка автоматическая, соответственно, наши места должны нести начисления. И они должны иметь стоимость, так называемую, определенную. Поэтому отсюда из зарезервированных средств и берется на наши дополнительные бизнес-места деньги. Мы видите до пополнения баланса, то есть когда вы зарегистрируетесь и зайдете в свой кабинет, вы введете здесь сумму и пополнить нажмете, вас перебрасывают на платежную систему NixMoney, с которой мы работаем, и соответственно вы пополняете баланс. Здесь сведены все наши, ручной труд наш к минимуму, потому что все автоматизировано, мы только пополняем баланс. Переводим средства, то есть мы можем указать здесь логин, кому мы переводим внутри системы. Введите сумму, пожалуйста, и перевести. В эту же секунду ваш партнер может получить уже и воспользоваться денежными средствами. То есть это очень просто на самом деле, быстро и, я вам скажу, без потери комиссионных. Это здорово. Заказ выплаты тоже осуществляется вручную. Вы можете указать здесь сумму. Кстати, это выполняется буквально в считанные минуты. Следующее видео я запишу обязательно о
том, как быстро вы пополняется ваш кошелек NexMoney, и нажимаете кнопочку «Заказать». Соответственно, когда вы регистрируетесь, пополняете баланс, нужно купить место. Нажимаете кнопочку «Купить место» и потом еще раз «Купить» на эту кнопочку, где написано «Покупка места». Итак, у нас есть еще история, тоже очень интересно. Здесь отображаются все наши начисления, весь наш доход, с какой линии здесь написано и от какого пользователя. Да? И, соответственно, начисление той линии, с которой вам приходит начисление от определенного пользователя. Здесь вы можете видеть и дату, и, естественно, время. Это очень интересно. Здесь и вывод отображается средств, здесь и перевод, здесь и зарезервированные средства тоже отображаются, и в каком количестве, какая сумма. Да? Дальше вы можете посмотреть, здесь внутренняя почта есть, для чего она сделана. Мы можем писать сообщение партнерам, мы можем написать сообщение администратору, очень даже удобно. Если вам нужно с партнером что-то обменяться какими-то сообщениями, вы можете просто это написать. Дальше программы. Очень даже тоже хорошая вкладка. Мы здесь наблюдаем, как мы двигаемся в линейном бинаре, как заполняется наш ступенчатый маркетинг. Мы не будем сегодня разбирать маркетинг, поговорим о том в другой раз. Просто я вам показываю функционал наших кабинетов. Как вы видите, все можно посмотреть, нажать на кнопочку, кто вам закрыл данные ступени. Как вы видите, ступень номер один, уже прошли два цикла, уже закрылись. Ступень номер два, то же самое, вы можете посмотреть, нажать, посмотреть, кто вам закрывал данные ступени. Соответственно, вы видите, здесь тоже уже все заполнено. И ступень номер три, даже вот сейчас мы посмотрим, участвует. То есть вот вы видите мое верхнее бизнес-место, и два бизнес-места пустые. То есть они ждут следующие логины, которые сюда попадут. И, соответственно, у меня уже закроется второй раз ступенчатый маркетинг. И это очень даже здорово. Дальше мы можем посмотреть бинар свой. То же самое, возвращаемся к программам, нажимаем кнопочку «Бинар», и мы здесь видим уже три бизнес-места работают, и посмотреть, откуда растут ноги. То есть самое первое бизнес-место, и мы видим всего три линии в глубину, но можем посмотреть, что происходит под любым нашим партнером и, соответственно, в любой линии под вами. То есть, например, мы нажимаем «Партнера», Оливанна, да, и смотрим, она попадает здесь вверху на пик, и, соответственно, что происходит у нее на трех уровнях, а возможно и четвертый, мы можем открыть любого из этих партнеров и посмотреть, как растут здесь уровни. Это на самом деле интересно, просматривается абсолютно вся система. Партнеры, то же самое, вы видите здесь такую форму, где записаны все ваши партнеры и их данные. Вебинары, проекты, новости проекта, купить рекламу, это еще пока у нас не работает. Как вы понимаете, запустился проект у нас буквально 1 января официально, поэтому мы сейчас только набираем силу, но я вам хочу сказать, что у нас уже есть чем похвастать, поскольку с небольшой командой, довольно еще небольшая команда, мы имеем уже очень серьезные, я вам скажу, результаты. Действительно, здесь зарабатывают все. Итак, дорогие друзья, будьте внимательны при регистрации, проверяйте своего спонсора. И до свидания. Огромное спасибо за то, что вы смотрите это видео. И ссылочка на наш вебинар обязательно будет внизу. И мой скайп. Вы можете ко мне обращаться за дополнительными объяснениями. До свидания. Спасибо.